макет пистолета-пулемета МП-40 от компании Denix. Интернет-магазин «Попади в десятку». Эта модель сделана из металла в корпусе и пластиковых накладок рукояти. Она является массогабаритным макетом и может имитировать только спуск затвора без выстрела. Эта модель знаменитого Шмайсера идентична своими габаритами боевому прототипу. Сзади ствольной коробки находится прорезь для ремня. Приклад раскладывается по нажатию на клавишу. Принадлежность к более старой модели под цифрой 40 выдает здесь наличие дополнительного предохранителя, который представляет из себя механизм на рукояти затвора и вырез под него в ствольной коробке. У старой модели МП-38 такого предохранителя не было, а был более простой, из-за которого затвор все время оставался в открытом положении, так что солдатам приходилось выбирать между безопасностью и надежностью. Второе крепление для ремня находится на стволе с левой стороны. Под стволом пистолета-пулемета находится знаменитый крючок. Он и нужен был для удобного ведения огня из транспорта, чтобы ствол не соскакивал от отдачи. Масса этого макета 4,5 килограмма, его длина со сложенным прикладом 640 мм, а с разложенным 833. Затвор здесь можно отводить вручную, и видно, как он движется. И вот в таком состоянии старые модели этого оружия находились на предохранителе. Приклад здесь раскладывается. Чтобы разложить и сложить его, нужно нажать на клавишу. А плечевой упор складывается и раскладывается просто с усилием. Также в комплекте есть и коробчатый магазин. Сделан он, как и сам макет, из металла. По этой модели можно увидеть автоматику пистолетов-пулеметов. В отличие от современных автоматов, перед выстрелом затвор здесь не закрыт, а при нажатии на спуск он одновременно и захватывает новый патрон из магазина и сразу же после досылания ударяет по его капсулю. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.